Нет. Нет! Не надо, дядя! Пригибайся, пригибайся, дорогой! Господи, он мой лифт шатал, а я его трубил. Хоба, всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобою начинаем играть в игрушку под названием Джойвиль. Это что-то наподобие Poppy Playtime, новый Хаги-Ваги, новый Garten of Banban. Еще тоже была какая-то игрушка тоже наподобие. В общем, прям стало. Смотри, сколько много их. Так, новая игра. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Сейчас глядим, смотрим. В общем, отлично, отлично. И выход левел B1. Что-то вот прям, знаешь, даже истории какой-то нету такой. Я думал, что это начнется с такого. Но это якобы демо-версия. Поэтому, ребята, поглядим. Или это вроде, погоди, первая глава. Ну, если что, пойдет. Пойдет, ребята. Посмотрим, что там у нас дальше. Так, что это такое? Газетка. Смотри. Новости. Создатель Джойвиля был арестован. Смотри. То есть что-то произошло же. Угу. Как-то тут прям быстро все так начинается, что я прям не знаю даже, ребята. Ну а что медлить, ребята, да? Так, мусорная корзинка, ребята. Ля, что это за отсылочка такая, ребята? На Скибиди камерамены? Кто знает, конечно, ребята. Также, чувачки. Что это такое? Погоди. Это что такое, ребята? Что это за... такой комок желтенький. Так, окей. Что у нас? Не работает, да? Так, мы с тобой можем также поискать тут что-то интересное, видимо. Ну-ка, давай. Опа. Сразу нашли. Ключи какие-то. Смотри-ка, ребята. А также, если вы хотите меня поддержать, ребята, подписывайтесь на Boosty, сами знаете, как бы я не хочу ничего рекламировать, плюс монетизации там толком нет, так что, ребята, буду, если что, вам благодарен, если вы хотите поддержать. Так, смотрим, что у нас тут такое? 2, 2, 5, 1. Так, к чему это все ведется? Ну-ка, давай посмотрим. Так, это какой-то код у нас. Смотри-ка. А, смотри. Все, все понятно, чуваки. Давайте смотреть. Значит, первый это зелененький, второй это красный. Ребята, все окей. Давай. Быстро подключаем. Есть. Второй это красный. Так. Что там у нас дальше? 3 это желтый. Потом у нас идет... Блин, не вижу. Включить, пожалуйста, свет. Свет! Где свет? Бля, они что, специально, что ли? Я не понимаю. Какого фига? Да какого фига? Я ж не вижу. В смысле, блин? Какой это цвет, чуваки? Синий? Не, синий вот. Так, ладно. Это, по-моему, фиолетовый, да? Так, хорошо, хорошо, хорошо. Давай. Желтый, значит, у нас... Давай подсоединяем. Красный вот здесь должен быть. Фиолетовый. Ну или розовый, скажем так. Так, дальше у нас, погоди, там была синенькая машина, она пятерочка. Пятерочка, ребята. Так. Раз. Давай, 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 давай. Так, ну вроде как заработало, ребята. Вроде как заработало. Давайте смотреть, что у нас произошло. В смысле? Да ну нафиг! Тут сидел желтый комок. Че за фигня? Ага. Так, 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 так. Во, заработал нас рубильник. Отлично, ребята. Какой-то старый лифт. Офигеть, ля, как у меня в падике, офигеть, ребята. И воняет так же, офигеть. Какого фига. Ля. Что тут происходит нафиг? Вот он, ребят, вот он монстрик. Вулли-булли. Прикинь, Вулли-булли.
Слушай, ну это прям я отвечаю, хаги-ваги. Вули-були. Ну, смотри, в чем прикол. У него глаза прям во рту. Что за... Так, давай проверять, смотреть. Медведь? Чего? Так, давай проверять двери. Хоть одна... Червяки какие-то. Время веселиться! Ну, хоть одна дверь-то откроется. О-ля. Отлично. Отлично, ребята. Жесть, чего это нахрен такое? Годзилла. Одноглазая. Ля, чей туфля? Так. Что это такое? Hi there. Привет. Если вы это смотрите, пожалуйста, выслушайте внимательно. Мое имя Итан, и я в Джойвилле. Здесь что-то ужасное. У меня нету времени. Потому что очень важно... Это тедди-бир. It has a special chip embedded in it. A chip that can do incredible things. Короче, внутри чип, который вроде как очень важен, открывает. А, ну короче, где мы видели, открывает вот. It opens doors. Да, вот. It has a purpose beyond that, but I can't go into detail right now. Так, окей, братик, хорошо. У нас какой-то медведик появился, 20% у него. То есть смысл в том, что, ребята, смотрите, мы сейчас будем просто-напросто прислонять его сюда. Интересно, конечно. Так, 10% у нас остается. Что-то темно. Закрываются двери! Братик, спасибо тебе огромное! Нифига себе, я офигел от такого! Спасибо тебе огромное. Ну, честно скажу, Poppy Playtime мы очень-очень сильно ждем. Ну и Garden Banban тоже неплох, но Poppy там, конечно, очень много вкладывается. Денежек. Джойвилле! Приветствуем вас! Офигеть, как будто реально я сейчас Poppy Playtime играю, вот правда! Bubble Bonanza? Ну, вот тут прям стиль такой, не как Garden Banban. Ребята, вы понимаете? А прям вот, ну, тут подошли. Хорошо прям разработчики, прям очень хорошо. Смотри, правил сколько у нас всякие различные. Тут зона, вы должны кушать в этой зоне. Логично, да. Так, какие-то шарики. Смотри, какая-то лестница. Да. Давай попробуем дойти до конца, и в итоге... Жестко. Жестко, ребята. Немножечко страшно. Окей. Бля. Что за... Вули-були. Баунси Дино. Веселись. Да блин, да чё это такое? Это прям, ну это прям как киси-миси, хаги-ваги, бан-бан, бан-балина. Офигеть, ну посмотри просто. Слушай, сколько таких будет? Реально, сколько просто таких игр будет? Офигеть. Ну, если честно, выглядит очень качественно. Правда, ребята. Так, и чё у нас тут? 5%, 4%. 0%. И чё? Нормально. Спасибо огромное. Разрядили мне мишку. Спасибо. Спасибо огромное. Всё к чему? Мне мишку разрядили, прикинь? 0%. Так, здесь, короче... Ага, нельзя. Нельзя, ребят, давайте глядеть в оба, что у нас вообще тут есть. Горки. Ура! Червячок, смотри какой. Я уже думал, в баг попал. Смотри, какой червячок. Ну, забавный, прикольный, да. Что, брат? Сюда, Сандроп, ты? Да? Желайте удачи, ребята. Мы заходим.
И чё? Странная фигня. Какой подозрительное облачко. Так, в общем, ребят, смотрите, вижу я здесь... Что такое? Тоже не можем сюда попасть. Я что-то взял. Ребята. Так, давайте поглядим, что это за штука такая. Какие-то ящички. Компьютер. Недовольная мордочка. Так, ну-ка погоди, а что если мы сюда? Во, билет! О, ребята, заработало! Смотри! Так, и... погоди. Типа тут надо угадать радугу или что, красный? Крючок что-то напрягся. Брат, спокойно. Красный. Так, отлично. Что у нас там дальше? Оранжевый. Оранжевый, желтый. Слушай, интересно мне... А что если мы проиграем? Опа! Тихо, не злись! Не злись, червячок! Не злись, пожалуйста! Ну-ка. Открываются дверьки, ребята. Все правильно мы с тобой сделали. Так, ну что же. Тут уже что-то немного. Я посмотри, как будто глаза. Смотри. Красный глаз и обычный. Капец, вот эта мордочка не особо мне нравится. Так, только, брат, не упади. Две дощечки. Что у вас тут происходит? Естественно, он упал. Так, фонарик подбирай. Я без фонарика вообще тут не жилец. Я не смогу выжить. О, господи. Там что-то есть. Ребята. Там что-то нехорошее. Ля, подбирай. Так, ну что? Ребят, теперь, конечно, нас из комфорта... Быстренько. Так, F выключить, включить. Червяк. И что теперь? Мне надо за червяком идти? Ля, смотри, жесть, красный, смотри какой. Они меня точно не заманивают, чуваки? Просто похоже, как будто они... Тут сговорились немножко. Так, не, фонарик это хорошо. Так, ну давай смотреть. В общем, надо что-то тут включить. Как ты понимаешь. Жесть. У меня 0%. Да, надо зарядить мишку. Эдди. Так, здесь я, короче, не пролезу. Вот тут по любасу, короче, надо мишку на подзарядку поставить. Это 100% надо будет так сделать.
Что за слизь? Так, пойдет, дружище, пойдет. Так, коробочки. Бля, ну шо вы так... Так. Найс. Так, это мы с тобой забираем. Ну-ка, а что будет, если мы сюда зайдем? Закрыто, ага. Заряжаем мишку, ребята, заряжаем мишечку. Давай. До полной подзарядки. Надеюсь, быстренько он зарядится, ребят. Давай, до 100%, брат. Главное, чтобы червяки на нас не напали. Боже мой, чё? Чё за фигня вообще? Полный бак. Давай, брат, заряжайся, заряжайся, нормально. Червяков нет, так что нормально. Что там у нас? 80% уже зарядился. Ну хорошо, хоть бы мой смартфон вот так вот бы заряжался, да и все, брат. 100% сюда! Найс, зарядили, ребятки. Все, теперь мы с тобой можем идти дальше. На каждую дверь, короче... А, не, смотри, 100% все равно. Офигеть, пойдет. Сектор С. На барабане, ребятки. Что, пойдем в сектор С? Нет, тут такое чувство, что уже не пройти ни хрена. Сектор Д. Тут закрыто. Сектор Б тоже закрыт. Ну, как бы открыто, но... Там не пройти. Зеркало. Блин, почему? Почему в этой игре настолько старые лифты? Я не понимаю. Я просто не понимаю, почему? Как у нас были. В 90-х, 80-х, ты погляди просто. Зло, зло, зло! Так. Ну что, к злу пойдем, ребят? Опа, а тут другой нужен. Тут какой-то нужен бани. Смотри-ка. Ну, значит, к червякам, да? Погнали. Это прикольно, они придумали то, что нужно каждый раз доступ с другой игрушкой. Так, что-то темновато у вас, ребятки. Червячки. Что у вас тут происходит? Так, рисунок какой-то. Бленни. Господи, я обосрался. Я думал, это и есть Бленни. Чего? Морди. Ладно. А что такое? Я что-то не могу тут прислонить ни хрена, ребята. Тут не пройти ни хрена. Ребят, если что, в чатике запоминайте. Я не запомнил уже. Не, ну тут может есть инвентарь? Нет? Чтоб если что. Так, нам сюда, ребята. По-любому. Я уже забыл. Так, вроде нормально все. Да, чтоб туда попасть, надо что-то придумать, ребята. Надо что-то придумать тут. А, мы с тобой, короче, очутились. Все, я понял, я понял. Только что-то тут все обесточено. Угу. То есть вот мы тут как раз билет получали, ребята. Все, я понял. А где тут червячок? Тут был червяк. Что за фигня? Так, ну значит нам туда. Вон, видишь, открылись двери. Твою дивизию нафиг, блин!
Так, и что делать? Что теперь? И что теперь? Так, пацаны, я погнал. До свидули. Все правильно я сделал? Нет! Куда ты катываешь? Попробуем сюда. А тут анимация сработала, типа он не может меня достать. Понимаешь прикол? А тут сработала анимация, смотри, пропал. Все, он пропал, ребята. Я не знаю, а почему стой-то не сработало, я не понимаю, но окей. Окей, ребята. В общем, все хорошо, все здорово, замечательно. Вот мы и познакомились с нашим дорогим Булли. Да... Не особо он, конечно, такой добренький. О-о-о. Try again. Попробуй еще раз. Какой-то скам! Ребята, это какой-то скам! Че за прикол? Попробуй еще раз. Так, ладно. О-о-о! О, бейбе! Нифига себе. Так, желтенький кубик. Желтенький кубик, смотри. Так, тут есть тоже Тедди. Тут есть тоже Тедди. Я пытаюсь сейчас Тедди сделать. И ничего не происходит пока что. Видим. Хотя, что-то какие-то звуки происходят. А! Красный? Погоди. А куда же желтый? А желтый, походу, куда? Там платформа, смотри. Так, все, ладно, я понял. Хорошо, энергия не тратится вроде как. Так. Давай-ка. Опа. Все, быстро берем куб. Оп. Оп. Хорошо. Желтенький есть. Так. Что это нам дает? Что это нам дает? Ребята, я пока что... Так, красный куб где-то надо будет надыбать, да? Ну, какая-то фигня. Пам-пам-пам-пам-пам. Так, давай зеленый, конечно, спустим. Зеленый спускаем. А, вот! Вот-вот-вот, все. Так, отлично. Что теперь? А что это нам дает? Погоди. Что-то наверху, видимо. Что-то наверху. Так. Да куда ты, брат? Так, есть. Отлично. Ну, тут тоже головоломки есть. Да, действительно, ребята, и тут красный. Ну, блин, красный-то прекрасный. А что ж нам надо сделать-то? Не знаю, попробовать там, что ли? Желтый есть. Красный куб. Уже 30 лайков. Ребят, короче, да, я на самом деле вас сейчас не прошу особо лайки, потому что, ну, они сейчас пока не особо, ну, в общем, сердечки там около стрима есть, ребята, внизу стрима. Если вам не трудно, нажмите, ребятки. Вот красный куб, кстати. Так, хорошо. Хорошо, ребята. Погоди. Так, ты стой тут. То есть нам тут вообще прям надо, смотри-ка, как все сделать. Так, красный кубик есть. Отлично. Все, открывается дверь, да?
открылась. Ура! Чего, блин? А, ничего себе. Ребята, все нормально. Слушай, игра вообще прикольная. Вот красный. Все. Отлично, ребят, все там закрылось. Найс. Так, хорошо, хорошо, ребята. Хорошо. Все, красный ставим. Отлично, двери открываются. Ну что же, господа, все, отлично. А ты что за мной? А ты что за мной идешь? Картина, ля. Ля, картины, ля, что такое? Что за... А, это не картины. Это разваливается потолок, ребята. Боже мой. О, господи. Чего? Чё, блин, такое? Да ну нафиг! Блин, какой-то... Слушай, какой прикольный звук, ребята! Какой прикольный звук! Я не знаю, почему он меня успокаивает. Он, знаешь, он на дождик напоминает, ребята. Я не знаю, почему мне прям нравится очень пасмурная погода. Правда, когда дождик так кап-кап-кап. Хм. Прикольно. А, нет, не прикольно, пацаны, не прикольно. А, открылось все-таки, да? Спасибо, Сезам, откройся. Ты что-то, братик, очень слишком быстро. Ты как-то быстро, резко, дерзко. Блин, знать бы, куда идти. Control room. А, ну спасибо, брат. Спасибо тебе огромное. Да, я тоже подумал. А ты залил, любишь шашлычок? Конечно, блин. Ну как? Ну в этом году, слава богу, кушал, братик. Хотелось бы шашлычок и лучок на природе. Так. Раз. Там кот по стенкам? Брат, спасибо тебе огромное, что помогаешь. Прям вообще лучший. Кот по стенкам. Я пока не понимаю, что за кот по стенкам, но... Побежали, чуваки, побежали быстренько. Как будто нам нужно было туда, кстати, свернуть, ребят. Так, ну очень похоже, что и сюда нам. Только не закрывайся. Да твою ж дивизию, да ты прикалываешься, брат? Не надо! Это сменка, чуваки, что за дичь? Понеслись. Смотри-ка, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Оп, резко назад. Все, let's go, ребята. Let's go! Господи, быстрей! Боже, почему он на этих шарах не может как вот как достать соседа, подскользнуться и все? Ля, он очень быстрый. Почему он такой быстрый? Говнюк. Так, бырей. 1, 8, 4. 1, 8, 4. 7. 1, 8, 4, 7. Найс. Быстрее, брат. Да! Я не знаю, ребята. Ля, это похоже на Гартона в Банбан и Дорс, ребята. Потому что это заканчивается лифтом. Боже. Да, мы это сделали, боже мой. О май гадабл. Есть, что, нет. Не надо, дядя. Пригибайся, дорогой. Господи, он мой лифт шатал. А я его трубу. Братик, нет. Вниз. На самое дно. Иди с первой попытки, да. Да, ребятки, да. История скоро продолжится. Вторая глава скоро. Да, ребята, could play games. Ну что, ребята, вот как-то так оценивайте
комментариях. Вот, напишите, что да как, понравилось ли вам. Вот. Лайкосик. Также залетайте в Телеграм. И если хотите, поддержите братишку на Бусти. Вот ссылочка будет в описании. Там недорогая подписочка, все дела. Плюс записываю заранее, если что, на стримчанских. Поэтому тоже залетай, заходи. На этом все. Бай-бай, дорогой браток.